Иисус, мы приветствуем Тебя сегодня здесь, на этом месте, любимый. Спасибо Тебе за то, что Ты в каждой жизни, Ты в каждом сердце, Ты в каждой нашей ситуации. Спасибо Тебе за то, что Ты с нами в радости и в боли. За то, что Ты всегда протягиваешь руку помощи каждому из нас. Ты руководишь нашими жизнями. Ты ведешь нас. Ты наша открытая дверь. За Твою совершенную любовь, которую Ты подарил каждому из нас. За то, что Ты сделал на кресте. Спасибо Тебе за силу Твоей крови, за победу Твою. Духом вечности, это Иисус.
ходатай нового завета, это Иисус, это мой Иисус, это мой Иисус, это Иисус, Господь славы и чудес. Рождённый Духом вечности, это Иисус, ходатай нового завета, это Иисус, это мой Иисус, это мой Иисус, это Иисус, Господь славы и чудес, это Иисус. Рождённый Духом вечности, это Иисус, ходатай нового завета, это Иисус, это мой Иисус, это мой Иисус. Ты приобрел меня ценою смерти и забыла мой дух в твоем огне, повел своей дорогой мне известно. Теперь остранник на это. Приобрел меня ценою смерти и запылал мой дух в твоем огне, повел своей дорогой мне известно. Теперь я странник на это. Господь славы и чудес, это Иисус, рождённый Духом вечности, это Иисус, ходатай нового завета, это Иисус, это мой Иисус, это мой Иисус, это Иисус, Господь славы и чудес. Рождённый Духом вечности, это Иисус, ходатай нового завета, это Иисус, это мой Иисус. Это мой Иисус.
Ходатай нового
Господь славы и чудес. Это Иисус, рожденный Духом вечности. Это Иисус, ходатай нового завета. Это Иисус, это мой Иисус. Это Иисус, Господь славы и чудес. Духом вечности. Это Иисус, ходатай нового завета. Это Иисус, это мой Это мой Иисус.